Впредь внешний вид и поведение чиновников будет под строгим контролем. Госслужащих, явившихся на работу в дорогой одежде, будут штрафовать. При нарушении требований руководителей управлений, начальники отделов, акимы и их заместители будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Кроме того, запрещено использовать смартфоны, а также служебный транспорт в нерабочее время. Запрещается делать подарки вышестоящему должностному лицу подчиненными. Однако, по информации специалистов, не все госслужащие соблюдают эти требования. Тому доказательство – недавняя проверка сотрудниками Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В связи с этим и состоялась встреча по разъяснению новых требований в Кодексе деловой этики. При разработке данной памятки учитывался опыт таких стран, как США, Грузия, Австралия, Индонезия и так далее. К примеру, вот в Индонезии каждый государственный служащий носит при себе карманный